kawałek i ladę, a następnie pojechał do hurtowni i kupił w niej towar za łączną kwotę 2000 zł. Znał ceny w sklepie, w którym zaopatrywali się mieszkańcy jego miejsca. Итак, сегодня будет у меня такая рыба с печца за шпинаком. Прямо в этом лоточке ставишь и все. Классная еда, вы знаете, мне понравилось. Я вчера тесто запекала, а сегодня сделаю такую рыбку. Стоит она где-то 12 злотых. Но очень вкусно и быстро. Ну вот, спеклась рыба моя в лоточке. Такая горячая, как всегда, палец обжигаю. Все, буду кушать. Такая аппетитная, со шпинатом. Вообще классная. Вы знаете, этот салат, который я вчера делала, действительно, как мне говорил повар, должен остояться 8 часов. Сегодня он просто отличный просто, а вчера он как бы был такой себе, знаете. Ну, то есть оно все пропиталось, вот эта соль, сахар и лимонная кислота, ну, с яблоком и с морковью. И сегодня он как раз такой, как надо. Я удивлена, конечно, а рыба вообще обалденная. Вкуснящая такая, прям... Нет слов. Так, идем выносить мусор и гулять, потому что я уже прикумарилась пить кофе. Вот я. Это глаза закрываю, а нос открываю, потому что я задохнусь. Ну, когда захожу в магазин, снимаю очки и закрываю нос, чтобы не было вопросов. Такие красивые тюльпаны, прям под дорогой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Видите, как балдеют мои растения? Класс, солнце. Я люблю смотреть, когда солнце, и как они парятся. Не то, что парятся, они просто... Просто балдеют, это аж чувствуется. И тут тоже парятся. Подвинула их сюда, потому что тут всегда солнышко. Во как. Балдеют морды. Помидоры особенно любуются на солнышке. Короче, все балдеет. Солнце – это самое главное питание. Видите, как они вырастают сразу? Потому что солнце – это очень нужно. Сейчас будем мерять. Не выдержала, зашла в секонд. Бумагу он купила. Ну, это не в секонде. Это в магазине. А в секонде купила платье, некоторое с этикетками. Например, вот такое. В общем, сейчас посмотрим. Вроде ничего. Итак, лот номер один. Так посмотрела, вроде нормально. Мне нравится, оно двуслойное. Ну, типа, верхний слой такой. И мне такое подходит, потому что если однослойное, видно пузико. Жирное. Вот так вот как-то. Как-то так. А когда оно двуслойное, оно немножко скрадывает вот этот жир. И как бы комфортней. Надеюсь, меня там видно. Потому что солнце светит. Ну, синий цвет мне идет. Поэтому я думаю, нормально. Вот это платье, оно с этикеткой. И производитель потом гляну. Это в секонде, оно стоит... У меня тут вообще рядом все. Такой классный секонд нашла. Зашла типа... Посмотреть только. И все. И понеслось. Короче, это платье 30 злотых. А те, что без этикеток, те уже дешевле. Там, ну, не намного дешевле. Там 2 получилось на 50 злотых.
в общем, вот так вот. Оно до колен, то, что хорошо, что оно до колен. Видите, нижний слой такой синий, а верхний как бы такой. Но вот сейчас уже можно его одевать спокойно. Конечно, тут есть, но этого никуда не денешь. Потому что это уйдет только, когда я буду активно работать. Труд делает из толстых стройных. Итак, лот номер 2. Лето 2020. Это платье вообще на меня идеально село. Сейчас в зеркало на себя гляну. Вообще. Вот оно именно вот плавно, никаких вот этих обтяжек, как я обычно куплю. А носить не могу, потому что оно в обтяжку. Куда, если хрю-хрю? Ну, не то, что я сильно толстая, но мне не надо в обтяжку, чтобы вот этот бузельник торчал. Надо что-то такое, как размазня, чтобы непонятно было. Непонятно было, что со мной. Короче, прикольно. Его длина вообще чуть-чуть ниже колен. Оно, запаха в нем нету, только запах пыли, знаете, такой, ну, залежный. Сейчас посмотрим в зеркало. Я для этого случая зеркало вытащила, повесила. Я что-то боюсь зеркала чужого, ну, потому что зеркало накапливает какие-то в себе. Ну, оно отражало в себе людей тех, которых уже нету, допустим. Поэтому я боюсь его вешать. Ну, в принципе, так посмотреть, пофоткаться можно. Что я и делаю. Ну, то есть, видите, оно вот обтекает, и оно не обтягивает. Где-то что-то торчит, типа так и надо. Ну, как бы ж не 17 лет и не 25 даже. Очень даже хорошо, мне понравилось. Ну, и еще этот третий вариант. Ой, пыли сколько. Будь здорова. Короче, это, конечно... Видно все эти мои, ну, недостатки, но оно как бы естественно. Ну, то есть я вот его одела, и я почувствовала себя комфортно. То есть оно мне не стягивает. Я, по крайней мере, в нем естественно, ну, тут, конечно, висит, тут это. Но оно как-то вот так, знаете, как наши мамы носили. Когда был лишний жирок, оно уже выделялось, как вот, ну, так вот как-то. И оно очень даже интересно. И даже, мне кажется, сексуально. И просто. И тут длина тоже ниже колена. Важно, чтобы была длина для меня, потому что короткая мне не идет. У меня ляжки большие, куда? Ну, тут затягивается. Оно вообще такое простое, и оно, видимо, лежит уже давно, потому что пылью оно очень хорошо воняет. Сейчас посмотрим в зеркало. Цвет этот зеленый мне идет. Ну, зеленый, синий. Вот оно такое, знаете, простое, простое. Вот одел, и сильно не выделяешься. Но, тем не менее, красиво. Ну, насколько это возможно сделать. Конечно, мне обязательно надо одевать такие, как лосинки. Почти, ну, не до колена, а какие-то. Потому что я не могу ходить. У меня уже сейчас вот, ну... Я чувствую, что если я одену вот так вот платье без ничего, не поддену, то я буду мучаться. Потому что ляжки толстые, и оно капец. Ни крем ничего не помогает, ни присыпка. Я уже это все пробовала. Так что, вот такие дела. Во. Во о чем я говорю. Вот видите, вот тут вроде живот, но тем не менее оно как-то вот так женственно все, ну, смотрится. Конечно, хорошо, когда оно все смотрится вообще плоско и ничего нигде нету. Ну, это уже не сделаешь, как бы не вернешь. Поэтому как есть, так и есть. И надо утяжки носить тоже не вариант. Своего это пузо сдавливать. Ну, вернее, это вариант на один раз там, ну, на каждый день. А платье это на каждый день, потому что оно простое, как двери. Материал такой мягкий, простой. Сейчас я это все постираю. В общем, как-то так. Я же говорю, что оно просто не обтягивает, а обтекает как-то плавно. Вот, короче,
Такие у меня покупки, неожиданно. Не собиралась, блин, вообще не собиралась. Шла себе спокойно домой, уже почти завернула. Но не успела дойти домой. Вот, и там такой классный секонд, блин. И цены, ну, цены как... Просто с этикетками много висит. И я еще думаю, следующий заход у меня будет джинсы. Потому что если бы я еще джинсы выбирала, то это был бы капец. Пепси купила. Потому что я 2 часа, наверное, потратила. Сначала я выдергивала все платья, которые я считала мне подойдут. Потом я пошла, мерила их. 8 штук выдернула. И только 3 с них мне подошло. То, что вроде подошло, но оно в обтяжку и что-то дискомфорт, я сразу отметала. Я уже решила не так, как раньше. Я хватаю все, а потом носить не могу. Если малейший дискомфорт, не надо терпеть. И так во всем. Если малейший дискомфорт там в отношениях, в чем-то, в общении, не надо ничего терпеть. Так в одежде, потому что все равно потом оно вылезет. Одежду в этом случае носить не будешь. Я знаю, как это зеркало избавиться от той энергии. Надо свечку поносить. Сейчас с вами сделаем такой. Это я слышала церковно. У меня где-то церковная свечка лежала. Я сейчас хочу ее поджечь и вот так вот поносить. Говорят, что если она потрескивает, значит, что-то такое есть. Оно, ну, во-первых, мыть, помыть надо это стекло. А во-вторых, это свечкой церковной. Ну, вроде так, я не знаю. Ну, короче, по крайней мере, попробуем, потому что меня пугает зеркало. Оно куда мне было тут... Ну, я его не оставлю висеть, вдруг гвоздь сорвется, оно разобьется. Я его на пол поставлю, ну, просто что... Хочется в зеркало иногда посмотреть, а страшно его на ночь как-то оставлять, страшно. Ну, у меня, может, такая психика восприимчивая. Вот это мне платье вообще нравится, несмотря на то, что вот этот мамончик видно, но он как бы естественный, ну просто живот, но женский живот. Как бы женщины, которые там 40 лет, которая потолстела. Ну, изменились, гормональный фон изменился. Изменился на почве той болезни, операции и стресса. У меня все там поменялось капитально. Поэтому надо что-то носить более естественно, но то, что нравится. И не затягивать себя вот такие корсеты и во всякую такую фигню. Я заметила, чем больше женщина парится по поводу своей внешности, тем меньше, наверное, она привлекает кого-либо. Ну, конечно же, еще надо стрижку красивую сделать. И там, допустим, ходить выщипывать брови чаще. Потому что я сама не вижу досконально. А так оно... Люди зрячие, они сразу видят. Или бы найти, короче, мужчину, который тоже плохо видит. Который в очках и нехорошо, или уже в возрасте, чтобы не видел уже. Короче, и будешь самой прекрасной на свете. Блин, от этого платья вообще балдею. Но мне так нравится. Тут еще такой прорех. Но очень сексуально. Оно просто женственное, понимаете? Вот так вот. Ну все, я задоволена. Так нежданно, негаданно нельзя ходить, потому что пошла и пошла. Пошла, полопотела. Помидоры тоже свои обожаю. Они тоже зеленые, мне подходят. Под цвет глаз зеленых. Ой, как же они балдеют. Аж так их хочется потискать. Потому что они реально балдеют. Потому что солнце припекает, и они просто кайфуют от солнца. Сколько дней не было солнца, конечно, тяжко выдержать. Всем привет. Помыла полы, короче, замела, потому что куча мусора. Эту коробку сюда поставила, это из-под матраса. Ну, я вообще ее хотела просто разобрать. Как-то я там одну положила наверх коробку из-под вазона. На всякий случай, короче, подвинула диван, потому что я тут думала оставить растения, но тут темно, поэтому смысла нет.
поэтому подвинула сама к окну. Кстати, начали расти огурцы. Смотрите, какой кабанчик вырос. Подтянула верхушки, и сразу пошло в рост огурцам. Это вообще прекрасно. Такой сразу кабанячка стал. Реально стал расти. Не знаю, как остальные будут. Сейчас посмотрим. О, теперь мне не надо лестницу подсовывать. Можно так скакать. На эту. На подставку. На диван, впрочем. Короче, не знаю пока. Тут, по-моему, по два, по три. Ну что ж, они не росли. А сейчас вроде начали. Потому что верхушка оттята, расти им больше некуда ввысь. Им, да, они вымушены расти в огурцы. Видите, он как высох хвост. Огурец был. Просто высох. Ну ничего. Так как говорится, у меня их много, поэтому... Видите, какой большой помидорчик. Тут на окне хорошо им. На том окне как-то не так быстро, ну, растет все. Тут как-то лучше. Тут более затененно. А все-таки они сильно не любят, чтобы пекло на них. Тут он огородина тоже. Растет он огурчик. И второй уже есть. Это те комнатные. Но эти должны же расти уже. Я же уже на них надеюсь. Короче, посмотрим. А что тут с этой стороны? Тоже бочонки. Тут вообще интересные такие сплетения. О, видите, сколько огурцов? Тут вообще прикол. Тупо выросла, короче, кучка огурцов. На этом. На стебельке. И поскручивались. Полить их надо, наверное, сегодня. Да, уже надо. Земля уже высосанная. Ну, тут еще не сухая, но все равно. Просто земля корнями переплетенная, так оно, считай, налил корни. Сразу впитали. И все. Огородина большая, так что пьет хорошо. В общем, вот так вот. Такие у нас виды. Всем привет. Еще раз помыла сегодня волосы, перепутала гелем для душа. Сверху маска, поэтому, может, они нормальные, но не знаю. Думаю, что там, мне кажется, что немножко не тем я помыла. Ну, думаю, ладно, ничего страшного. Хотела сказать, что сегодня День Победы. Поэтому поздравляю всех, кого касается этот праздник, с этим праздником. И пускай будет мир над нашими головами. Неважно, кто о чем как думает, кто празднует, кто не празднует, кто чувствует, кто не чувствует этот праздник. Но мир над головой — это то, что всем надо. Я так думаю. Я думаю, со временем все праздники угасают, и еще лет 50 и не будет этого праздника, и никто не будет знать, что это за праздник, потому что все забывается. Может, единицы останутся, которые знают, потому что те, кто был во время войны, уже умрут. Дети тоже уже на подходе, то есть, ну, такова жизнь, ничего с этим не поделаешь. И это нормально. Всегда история перекручивала, забывалась, и это просто течение жизни, все. И всегда как-то по-другому. Возможно, мы ту историю, которую сейчас знаем, она вообще не соответствует действительности. Но, тем не менее, это не мешает нам дальше жить. И как-то развиваться, поэтому главное, что на данный момент тот, кто знает этот праздник, ощущает, что это праздник, и все, больше ничего не надо делать.
за всех никто не может быть в ответе, и на все времена невозможно удержать что-то, потому что время уходит, и все уходит. Ну, как бы не это, но это так. Я любуюсь своим цветом волос, как всегда, и шмыкаю свои волосы. Потому что я помыла гелем для душа волосы, и на удивление они очень прекрасно смотрятся. Ну, короче, такие-то дела. Я убралась сегодня, повесила свои платья на окно, чтобы, знаете, такое есть поверье, что если секонда, то надо на солнышке прожарить. Чтобы, ну, вышла, не знаю, что, вышла энергия предыдущего хозяина, ну, так сказать можно. Поэтому я повесила на окно, ну, во-первых, излучение солнечное, оно всегда тут присутствует. А пока дойдет солнце конкретное, то оно там высохнет, а потом на солнце еще прожарится и будет супер. У меня, как вы заметили, 3 платья новых, 2 из них без этикеток, одно было с этикеткой. Но не факт, что та этикетка не вставлена просто так. Кстати, синее платье Китай, зеленое платье Индия и вот в цветах в розах летнее платье Бангладеш. Так что у меня 3 страны. Какая-то бангладешская девушка, ну, скорее всего, польская девушка, бо много одежды из Бангладеша привозят в Польшу. Я покупала новое. Носила, ей надоело, и все, она его отдала в секонд. Ну вот и я еще поношу. И какая-то девушка носила индийское платье. Кстати, я сразу догадалась, вот видно по качеству, что Индия, что Бангладеш, хорошее качество одежды. Ну, я заметила. Потому что когда я была в прошлый раз в Польше, я купила вот эту юбку такую и кофту. Кофту до сих пор ношу, с ней ничего, она Бангладеш производства, и юбка, ну, она немножко выгорела, а так ей ничего нет, и футболка еще была, тоже что-то такое. Ну, в общем, одежда качественная, а так как я, если что-то мне понравится, я могу носить долго, то это нормально. Думаю, еще капроновые колготки буду носить, чтобы, а потом с капронок сделаю такие, типа, штанишки, чтобы одевать под эти все платья, чтобы не натирать себе ляхи, как у Махи. Ну, классно, конечно, высушила волосы, гель для душа, можно гелем для душа мыть. А они сейчас делают же такие гели для душа, что там оно подходит для какого-то 3 в 1, для тела, для волос. И там, я не знаю, еще для жопы. 3 в 1. И зубная паста мне очень нравится. Такая, знаете, реально работает. Я теперь такую буду покупать. Не намного она дороже. Честно говоря, я не помню, сколько она стоит. Но я знаю, что не намного. А, наверное, 17 злотых. Ну, в принципе, почти половину. Если я покупала перед тем другую, там, ну, известной марки, то почти половину. Хотя это тоже известной марки, просто она сделана как-то интересно, ну, с какого-то ингредиента, вот, натуральная, типа, пишется. Ну, привкус очень классный, хочется чистить ей, да. Так что еще раз всех с праздником, а я убралась тут все, помыла, освежила, протерла пыль на шкафу, бо там уже слой пыли. Ну и все, буду теперь пить кофе, а потом немножко поработаю в интернете, а потом, короче, может, пойду куда-то, похожу, выпью кофе где-то. Надо кофемашину, потому что хочу именно кофе с кофемашины. И так и день пройдет. И снова новый начнется. Завтра, кстати, воскресенье, наверное, магазины не работают. Ну, жабка-то будет работать. В принципе, мне еды еще хватает. Надо сходить в Бедренку. Там, может, зелень дешевая уже. Потому что я тут в дорогом магазине беру. Топ-маркет. По 6 злотых помидоры. А там мои. Ну, оно там всегда разница в 2 злотых было между Бедренкой и... Просто до Бедренки идти мне 15 минут. Ну, может, там по 4 уже.
Так, конечно, есть смысл сходить. Может, какие ягоды уже есть. Клубника там уже должна быть давным-давно. Ну, она ж была, я то раз купила. Может, уже там завались всего, а я тут... Кстати, к маске уже привыкла ходить. Тем более мне выдали в кафе маску, ну, если вы заметили, белую. Она многоразовая. Она реально легче, чем та, что я одноразовую купила. А я те все одноразовые, что носила, перестирала хорошо в порошке. Сложу их в пакетик. Ну и по-новому можно носить, если что. Хай себе лежат. Хоть они одноразовые считаются, но они отлично стираются. Но лучше вот эта вот такая... Короче, это тоже самошитое, видно. Ну, упаковку просто нам разделили, выдали каждому маски по две штуки. И нормально, я уже привыкла, и, кстати, очень даже неплохо ходить в ней. Привыкаешь ко всему. Так что такие дела. Все, на этом все.